начнем. Итак, всем доброго вечера. Хочется немножечко сейчас рассказать, почему мы с вами здесь сегодня собрались. Каждый вечер, через день, по полчаса мы с вами будем обучаться поэтапно работе. Я буду рассказывать все, что я знаю, и буду делиться фишками своих директоров. Конечно, Леночка, будет запись. Вот, записи всегда будут. Первая запись будет открытая, вторая запись уже будет с доступом по ссылочке. Вот, смотрите, значит, разрешите для начала представиться. Значит, мы работаем вдвоем с мужем. Мы на проекте уже 2,5 года. Скоро будет 2 года и 7 месяцев. Да, вот, но еще пока не наступило. И, конечно же, мы смогли открыть старшего национального директора. Сколько это директорских веточек в первой линии? Кто может написать, кто может подсказать? Подскажите нам, пожалуйста. Вот. Конечно же, 15. Молодцы. Да, 15. 18 – это уже международный, Валентиночка. Вот. Значит, и о чем мы с вами сегодня хотим поговорить? Я вам хочу рассказать в этом курсе от и до, как мы начинали работу, что мы делали, какие действия совершали и почему у нас такой быстрый рост. На самом деле, пока что мы номер один по росту, никто быстрее нас не смог еще открыть звание, да, такое звание так быстро. И на самом деле это факт. И я сейчас с вами буду этим всем делиться. Вот, в принципе, и все. Да, будем с вами расти вместе, буду выкладываться как могу. Сразу хочу сказать, что мне очень помогут ваши вопросы, потому что не все можно вспомнить, но если вы будете как можно больше задавать вопросов, то мы с вами получим больше информации, да? Вот. Конечно же, давайте начнем. Вот, если будут какие-то всклики, возгласы, еще что-то детские, то не обращайте внимания, а у меня сегодня гости, день рождения у племянницы, и там бегают девчонки, мальчишки, поэтому, да, 10, 9, 8 лет и 3 годика есть девочка, поэтому не обращаем внимания. Сразу же вам говорю, да? Да, детский сад собрался на вечерочек. Итак, смотрим же с вами, что же это за слайд у нас перед вами, да? Хочется сказать, что, конечно, чтобы серьезно стартовать, нужно верить в то, что наша профессия официальна, легальна. Нужно знать, что наш маркетинг-план лучше всех, да, это во-первых. И во-вторых уже, да, и в-третьих, нужно понимать, что мы с вами в итоге будем зарабатывать в десятки раз выше, чем на своей сейчас, на которой работе по найму вы работаете, да? А какая бы она у вас ни была, высокооплачиваемая. Я продажи не приветствую, Верочка, но если вы желаете, пожалуйста, продавайте. Вот, честно скажу, никогда не приветствовала продажи, но я очень люблю продукцию Faberlic, я ее покупаю, но все, кто просится ко мне купить Faberlic, я их регистрирую. Они используются сами 20% скидкой, они сами забирают свои подарки по программе Faberlic Club, и поверьте, всем до единого нравится, если это правильно донести. Вот, спасибо, Олечка, большое. Вот, и, конечно же, в первое же время мы с вами сразу же должны понимать, вот только мы зарегистрировали, что мы идем с вами в официальный проект Faberlic Online. То есть я являюсь одним из основателей этого проекта. И вы знаете, мы все обучение создаем всегда все вместе. И самое важное, что это обучение уже готово. Вот. Самая главная ошибка любого лидера – это когда лидер приходит и думает, что, в принципе, он самый умный. Мы все так думаем, когда приходим, да, и, конечно, когда что-то перестает у нас получаться или вообще ничего не получается с момента старта, мы начинаем задумываться, а почему, да? Кто-то любит оплачивать какие-то там обучения от каких-то теоретиков, да, там, причем не такое уж и дешевое, и тоже не видит результата, и опять-таки задается вопрос, а почему? Вот, поэтому, дорогие коллеги, в первую очередь я вас призываю делать так, как вам говорят практики.
Как вам говорят практики, ни за что никогда не платите на интернет-проекте Фаберлик Онлайн. Бесплатное обучение. Даже если будут прикрываться нашим именем и предлагать вам платное обучение, у нас этого нет и никому не верьте, что мы обучение свое продаем. Нет. У нас даже директора, когда мы проводим планерки директорские, мы даже с директоров за проведение вебинаров, за обучение никогда не берем денежку. Да, это вот, это самое главное. Ну, конечно же, нам с вами в первую очередь нужно быть уверенными в компании, уверенными в себе и уверенными в интернет-проекте Фаберлик Онлайн. Конечно же, у нас с вами есть и директора, и топ-лидеры сейчас на вебинаре. И, конечно же, мне бы очень хотелось услышать в первую очередь топ-лидеров проекта, да, не директоров, а лидеров от 3% и выше. Какие же условия наш проект предоставляет для вас, чтобы вы росли хорошо? Что вам нравится в проекте? Что вы применяете на практике? Какие наши советы? Очень хочется именно от вас это услышать сейчас на данный момент. Вот. Всем опоздавшим здравствуйте. Любочка, привет. Вот. Для меня, в принципе, это сейчас... Нет, рекрутинговый сайт нет, мы выдаем бесплатно. Сайт обучения шаблоны, да, то есть все мы с вами знаем, что после активационного заказа в течение суток с момента регистрации, если вы успеваете его сделать, то Фаберлик Онлайн дарит вам свой собственный рекрутинговый сайт. Поддержка наставников, да. Система вебинаров, да, у нас с вами более 20 вебинаров каталог, все мы это знаем. Да, у нас с вами есть дружба, взаимовыручка. Да, самое главное, что если вот как бывает, да, иногда лидеры регистрируют своих людей, им не всегда есть когда отвечать на вопросы, да, то есть кто-то в магазин за хлебом ушел, кто-то там с ребенком на прием, да, мы же все работаем дома, у нас бизнес домашний. Вот, и у нас с вами есть самая главная такая фишечка, что если вы ушли или ушли ваши наставники, вы все равно можете получить круглосуточную поддержку в наших чатах, если будете туда задавать вопросы. Была в приятном... Да, да, много кто приходит, много кто это ценит и много кто это... А теперь давайте обсудим все прелести компании, какие вы знаете. Вот вы прям все за меня сказали. Спасибо вам огромное. Конечно же, самая главная прелесть – это то, что компания Фаберлик 20 лет на рынке. Да? Она развивается, она открывает новые заводы. Недавно открылся новый завод в Иваново. Да? Я думаю, все вы это знаете. Новая текстильная фабрика. Открылось две производственных линии. И сейчас завод в Москве составляет 45 тысяч квадратных метров собственного производства. Я думаю, это круто, дорогие коллеги. Так ведь? Во-первых, во-вторых, наша продукция не тестируется на животных, она тестируется методом инвитро в пробирке. А в-третьих, наша продукция тестируется по всем стандартам качества госсанпин, так ведь? Все мы, думаю, это знаем. Даже детская одежда проходит обязательный санпин. Команда спокойная и дружелюбная атмосфера. Немного попробуем моющее средство. Да. Наша косметика для дома экологически чистая, биоразлагаемая, не наносит вреда окружающей среде и великолепно работает. Да, это тоже. Вот. Конечно, главное, с чего начинать, Верочка, это с веры в себя, в проект, в компанию. Да? У нас даже очень часто бывали случаи, когда новички регистрировались, пробовали что-то, уходили, а их новички, которые их привели, ой, Танюша, какая умница, да, а их новички, которые они привели, да, остаются без наставника. Так вот, вы можете в легкую находить своего вышестоящего директора, вы можете в легкую обучаться, то есть вы можете даже не почувствовать отсутствие наставника, вот до какой степени у нас с вами дружный проект. Да, это нужно понимать, это нужно ценить, и вот это самое главное в росте, когда у нас с вами один за всех, и все за одного, и все друг другу помогают. Вот что значит наш проект. Точно, да, на самом деле точно, и у нас десятки человек, которые
Да, десятки человек, которые просто не чувствуют отсутствие наставника, хотя такие есть, да. Ну и самое основное, что нам нужно знать, это то, что компания платит нам за созданный под нами товарооборот. Вот. Что такое оборот? Да, к примеру, все вы хотите, допустим, первое наше с вами серьезное звание, это выйти на выплаты, открыть расчетный счет и получать туда денежки. Так ведь, да? Ну, примерно с этого уровня у нас с вами уже и начинается очень серьезное отношение к компании, когда мы начинаем 3 недели зарабатывать весьма хорошие деньги, да? Примерно с 15-19% все лидеры у нас и открывают при правильном построении индивидуальное предпринимательство, да? А в чем плюс? Плюс в том, что мы с вами будем платить не 13% как по найму, а 6% по налогообложению. И сейчас я вам покажу кабинет 19% лидера. А всем ли виден кабинет? Скажите, пожалуйста, подскажите, подскажите. Всем ли виден кабинет? Ага, вижу плюсики, да? И вот смотрим, да, это личный кабинет Шишкина Екатерина. Скажу честно, это моя дочка. Ей на данный момент 17 лет, и в деньгах она не нуждается. И пока расчетный счет мы не открыли ей в банке, пусть открывает 18 лет. И, конечно же, когда мы заходим, да, мы смотрим ее структуру. Да, то есть сейчас она на 12%, по итогам прошлого каталога она была на 19%, да. ЛО 125 баллов, в принципе, его делать не нужно, но нам просто нравится продукция Фаберлик. А кому не видно, это все будет доступно в записи, дорогие коллеги, поэтому не переживайте. Конечно же, мы ей помогаем. И сейчас я вам покажу отличное полноценное построение, которое, я думаю, вам очень-очень понравится, и вы захотите повторить Катерину, да, именно вот такой вам совет. Конечно же, самое главное это рекрутинг, самое главное это регистрации. И Катерина шла как минимум по одной регистрации в день, а сейчас в ее структуре уже проходит намного больше регистраций, потому что рекрутирует не она одна, а начала она уже рекрутировать с командой, а все начиналось с ее одной. Да, и давайте же с вами посмотрим раздел «Моя структура». Да, раздел «Моя структура». Самое интересное, я думаю, мы с вами еще никогда ни в чьих кабинетах не копались. Я думаю, вам будет очень интересно, да? И когда мы с вами нажимаем раздел «Вся структура» и выбираем итоги, к примеру, 9-го периода, потому что тут еще мало, да, еще неделя до конца периода, мы нажимаем с вами «Применить фильтры», да, то у нас с вами получается, что у лидера 216 человек уже в структуре, да? Вот, если взять в пример не всю структуру, а первую линию и применить фильтры, да, по итогам 9-го периода, вот, это личный кабинет, я не буду давать логин, пароль, да, и смотрим, какое же построение у этого лидера, да, как вы видите, построение наиидеальнейшее. Да, то есть все веточки примерно одинаковые, и дата регистрации у этого лидера абсолютно недавно она зарегистрировалась, да. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот если мы с вами зайдем сейчас в раздел «Отчеты», то мы сейчас будем сопоставлять выплаты, да. Вот, значит, мы зашли в «Отчеты», вот у нас с вами лицевой счет консультанта. Нажимаем «Посмотреть», и у нас выгружается распечаточка. Да, вот именно эти скриншоты я прошу выкладывать в, как даже сказать, в раздел «Мой счет». Вот, и значит, Катерина у нас с вами зарегистрировалась 28.11.2016 года. Да, вот смотрим с вами. И, конечно же, смотрим вот ее все выплаты. Да, а вот выплаты Екатерины. Да, то есть, видите, путь, все начинают с нуля и начинают выходить, в принципе, на очень даже хорошие денежки. Да, вот давайте с вами сейчас посчитаем. У нас с вами 19 периодов. 19 периодов.
Лидер потихонечку растет, да, как вы видите, прирост у нее не очень-то большой, да, суперский, но она потихонечку уверенно подрастает и ни разу не падала, да. Вот. И вот ее последняя выплата 17 402 рубля. 17 402 рубля. Мы с вами умножаем на 19 каталогов. Мы с вами делим на 12 периодов. И у нас с вами получается, Катерина уже зарабатывает свои 17 лет 27 500 рублей. У всех все пропало. Видно кому-нибудь? Да, если бы Катерина эти денежки получала на расчетный счет банке, то она выплатила 6% по упрощенной системе налогообложения. И у нее бы на руки оставалось 25 889 рублей. Да, вот, пожалуйста, дата регистрации, путь лидера, как она росла, как она развивалась, какое у нее построение. И поэтому я вас призываю сейчас расти нормально, ничего не бояться, никаких сомнений. И на самом деле... Хочется сказать, что вот, пожалуйста, 19-процентный лидер, перед вами вот выплаты, да, может быть больше на 1000, может быть меньше на 1000, да, она потихонечку растет, растет и скоро откроет директора. А пенсионный фонд, это входит в эти 6%. То есть, если вы в пенсионный фонд платите так, простите, забыла последний раз, налог не платила не я, там, по-моему, повысилось 2 с чем-то тысячи, да, вот эти 2 с чем-то тысячи вы умножаете на 12 каталогов, и вот эти 2 с чем-то тысячи вы вычитаете из 6% налога и платите только остатки. То есть, вам не надо платить и туда, и туда, вы платите только в одно место. Об этом, Татьяна, мы с вами все обсудим. Для начала я показываю вот выплаты, да, выплаты лидера, обычного лидера, 17-летней девчонки. Конечно, помогаю. Как? Я всем помогаю. Я всем всегда лидерам помогаю. Такого быть не может, чтобы я всем помогала, а дочери нет. Конечно же. И регистрировала я под нее людей, так же, как и под своих новичков, и так далее, и так далее. Да, то есть все мы с вами видим, что немножечко, да, вот видите, старший вице-директор, 2000 баллов, да, тут написано выплаты 22 800, но лидер получает 18 17. То есть тут есть немножечко маркетинговая разница, которая особо не чувствуется, да, как вы заметили, да. Я буду ей открывать, когда она, ей будет 18 лет, когда она захочет, может быть, жить отдельно. Да, пусть пока денежки копятся. Я просто не вижу смысла, у меня ребенок живет со мной, я даю ей на все карманные расходы деньги, я просто не вижу смысла открывать ей его. Выслать надо, да? Ну, вот, в принципе, я считаю, что возраст... работе не помеха, самое главное быть уверенным, куда вы идете, да, то есть у нас есть старший директор Валентина Афанасьевна, у которой в прошлом, по итогам прошлого каталога открылось несколько 12%-ников, даже муж к ней пришел работать, да, она уже вышла на пенсию, да, она работала налоговым инспектором, у меня есть дочка, да, 17 лет, которая тоже нормально работает, да, и у нее уже нормальное построение структуры. Вот. Поэтому, конечно, вот самое главное понимать, что компания исправно платит как часы нам с вами, да, как часы, и никаких сомнений быть не может. И компания платит нам за созданный товарооборот. Кто такой директор? Директор, проще говоря, да, это 60 человек, которые в вашей структуре делают 50 баллов, да. Вот таким вот образом. Заказы делают не все, поэтому регистрации надо много. Много и постоянно. То есть, если вы с момента регистрации научитесь проводить как минимум одну регистрацию в день, у вас получится 21 регистрация в каталог, и вы быстро станете директором. Конечно, будет запись. Вот, поэтому, я думаю, вы поняли, да, вот эту вот табличку. Это сейчас мои выплаты, но они тут идут, как вы видите, не до самого конца. Я сейчас в звании старшего национального директора, но распечатка была бы очень сильно мелкая, да. То есть, вот таким вот образом. Я у всех зависла, отпишитесь, пожалуйста. У меня такое чувство, что у вас только Елена, потому что все у меня хорошо, ничего не показывает.
Нет, да, не зависло. Отлично, все в порядке. Да, я думаю, выплаты видно. И, как вы видите, я также начинала с нуля, как и все лидеры. Я думаю, курсорчик видно. Да, вот я зарегистрировалась в 16-й компании 2014 года. И вот как раз за 2,5 года мы уже подтвердили старших национальных директоров. То есть не открыли, а уже успели подтвердить. Да, подтверждение это полгода у нас с вами идет. Вот таким вот образом идет рост, да, как вы видите, по итогам второго каталога работы, да, мне не хватило 8 баллов, да, 3%, но я не расстраивалась, я на третий каталог уже сделала почти 9, да, мне не хватило 80 баллов, а на третий каталог я уже на четвертый, да, получается, да, четвертый, а я уже открыла 12%. И, как вы видите, за раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. За 7 каталогов, сколько это месяцев, скажите мне, пожалуйста, да, я уже открыла индивидуальное предпринимательство и зарабатывала свою 31 тысячу рублей, да, за 5 месяцев. Но вот этот вот период 16-й я зарегистрировалась неделю, да, за неделю до окончания периода. Да, как вы видите, там у меня все одни нолики, потому что я за неделю не успела много чего сделать, да, и сама заказ не успела сделать. Вот, и получается за 4 с небольшим месяца, да, то есть вот этот вот каталог, он как бы 2 недели, он не считается верхний самый. Да, вот таким вот образом сейчас моя дочка меня повторяет. Я думаю, что если у меня получается у нее, и у нас очень много драгоценных директоров на проекте, конечно же, хочется сказать, что все это реально, это труд, но это не тяжелый труд. То есть мы работаем в интернете, грубо говоря, это терпеливый труд, да, не тяжелый, но терпеливый. Вот, поэтому сегодня мы с вами немножечко разобрали самое важное, что компания платит стабильно, эти доходы все белые, все прозрачные, что это все официально, легально, и все у нас с вами хорошо. Ой, Маша, по-моему, нужно ехать в свой город. Да, труд наш на самом деле хорошо высокооплачиваемый, потому что вот у нас в поселке, да, Катерина бы нигде в свои 17 лет не заработала бы 30 тысяч. Это на самом деле так. На самом деле так. Терпения надо много, потому что мы работаем с людьми, да, все к нам приходят без опыта работы в интернете, очень сложно начинать, но все-таки, согласитесь, интернет-проект Фаберлик Онлайн создал очень даже подробное обучение с обучающими видеороликами, которые вам помогают поэтапно изучать все и расти, и помогают, конечно же, эти ролики не только вам расти, но и вашим новичкам. Так ведь мы стараемся облегчить вам ваш труд на первых этапах, как пока вам самим ничего не понятно. Вот. Ну, конечно, мы с вами заметили, что в выплатах есть накопительный эффект, так же, как и в работе, растет группа, растут ваши доходы. Она идет на фото видеографа. Вот. Ну и, конечно, свободным человеком. Но ей очень хочется быть фотографом, видеографом, художником. Вот она это очень любит. Конечно, я ее отпустила учиться. Сейчас она поступает, сдает как раз экзамены. Да, только сдала ЕГЭ. Ой, не ЕГЭ, а как оно называется? Опять забыла. Да, только сдала вот по итогам 9 класса экзамены. И опять уже, да. Валентиночка, а вам спасибо за веру в нас. Мы для вас, конечно же, будем стараться. Итак, конечно же, как и куда перечисляются деньги? А первое время, да, кто-то растет год до 19%, кто-то, как вы видите, растет 4 с небольшим месяцем, да, у каждого свой срок, кто-то торопится, кто-то нет, да, право ОГЭ, да, спасибо большое, каждый раз забываю. Вот. Не могу никак запомнить, да что хоть это такое-то. Но мне уже и не надо. Вот, значит, и, конечно, первое время наши деньги будут поступать на наш личный счет, регистрационный номер в кабинете Фаберлик. Вы можете их использовать, оплачивая лишние заказы. 65% от суммы заказа. А в последующем, как правило, с уровня вице-директор, это от 1500 баллов и выше, 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 при правильном построении, то есть если у вас одна веточка, понятно, у вас выплаты будут маленькие,
Если у вас построены веточки так же, как у Екатерины, у вас будут отличные, хорошие выплаты, да, и тогда вы уже можете открывать перевод денег на расчетный счет в банке. После заключения договора с компанией деньги будут перечисляться на расчетный счет в банке. В России сейчас действует электронная цифровая подпись. То есть я подписала все документы. Вот я такую печать себе оформила. Да? И вот такая вот у меня печать, что Кононова Анна Анатольевна, индивидуальный предприниматель, да, то есть я один раз отпечатала и раз в год ее обновляю. Но это уже в чате топ-лидеров я расскажу, да, то есть мы опять-таки распечатываем паспорт, все подписываем, ставим печать, подписываем копию верна, снимаем скриншот или фотографируем очень хорошие фотографии и отправляем в обратную связь, то есть это все легко и просто. Вот. И, конечно же, перечисления осуществляются каждые 2-3 недели. Вот лично мы получаем среда-четверг денежки всегда, очень редко бывает в пятницу. И, конечно же, при первом заключении договора может быть в первый вторник от начала каталога, да, то есть такая задержка большая, мощная, но это просто идет проверка, перечисление, это бывает первый раз, да, вот. И обратите внимание, что так как у нас с вами белые доходы, абсолютно белые, то никаких электронных кошельков, зарплат в конверте компания не платит. Да, то есть это просто здорово. Вот я сейчас на своем большом уровне начала вот рекрутировать, с женщиной мы разговаривали, созвонились, и она мне спрашивает, сколько вы зарабатываете. Ну, я молчу, конечно, говорю, ну, больше 100, да, и она мне такая говорит, о, да я на вас налоговый, да я налоговый инспектор, да я вас буду проверять, а я с улыбкой говорю, конечно, проверяйте. Да, то есть, потому что я знаю, что у меня все чисто, у меня все бело, я сплю спокойно, да, поэтому вот это самое важное, работать спокойно, знать, что вы в надежном проекте, знать, что компании 20 лет на рынке, ее не сломит ни один уже кризис, она до такой степени мощная, она до такой степени крепкая, там до такой степени все хорошо слажено, да, странная, да, но я улыбнулась, да, конечно, в наземном бизнесе люди там пытаются где-то скрыть, где-то что-то, все время переживают, но вот вы понимаете, тут дело-то в том, что нам даже скрывать нечего, да, у нас и так упрощенная система налогообложения, мы и так платим 6%, вот в чем суть. Да, честный бизнес на самом деле. Вот, и поедем с вами дальше, и все мы с вами знаем, что наставники под нас будут строить людей, если мы активируемся в течение 24 часов. Все ли у нас успели активироваться в это время? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто успел, минусики, кто не успел. Да, то есть у нас была запущена новая система. Я прошу прощения за старые слайды. Новая не загрузилась презентация, из-за этого была задержка. Вот, что-то с камерой, что-то с презентацией. Но я решила по старой провести и думаю, ничего страшного. Да, все успели, кто-то не успел, да. Активироваться – это значит сделать минимальный заказ и оплатить его в течение 24 часов, да? Вот, и хоть что хочется сказать, что турборост очень похож на совместное построение. Первые свои 3 регистрации вы вливаете в совместную веточку с наставником, а потом уже открываете свою Google-табличку, свою веточку и свой Skype-чат на эту веточку, чтобы вам не путаться, кто где, в какой веточке. Ну, обычно с 9, Марина, обычно с 9. А бывает очень часто и такое, что я провела 1-2 регистрации под человека, да, и человек уже выходит на 9%, на 12%, и я уже понимаю, что лидер вырос, он молодец, и мне уже не, ему уже не нужна моя помощь, конечно, вот. Я думаю, правила построения у нас с вами идут каждый вторник, вы сходите на них, если вам хочется подробно узнать, да. И, конечно же, давайте просто обсудим то, что и наставник, и вы сами проводите регистрации в одну единственную свою совместную веточку, да, то есть с этого начинается ваша работа. А как только у новичка получилось провести 3 активные регистрации, активированные, да, то есть новичок научился работать, научился доносить все привилегии о компании, научил
посылать ролики, да, какие-то о подарках, о продукции, да, научился отрабатывать свою структуру так, чтобы лидеры все знали, все понимали, те, кто под ним, да, то есть все, человек ответственный, конечно же, тогда мы можем уже его отпускать в свободное плавание, то есть он может заводить свою веточку и быть уже наставником своей собственной веточки, да, и, конечно же, пока он не завел свою веточку, он находится в веточке наставника, и он будет видеть, как наставник ведет ветку. То есть мы с вами сейчас, кто-то берет с вас пример, кому-то мы уже учимся подавать пример. Ваши новички долго проходят обучение? Ну, кто как, кто за неделю, кто за месяц. По-разному, по-разному, по-разному. Все как вот. Я никогда никого не тороплю. Я никогда никого не тереблю. Мне написали, я довольна. Мне не написали, я не тереблю. Я не тереблю. Я очень люблю вопросы, я очень люблю самостоятельных лидеров. Да, те, кто не активен или мало задают вопросов, в принципе, они получают в личный кабинет сообщения о вебинарах, они получают на почту письма о своих подарках, какие им положены. И, в принципе, я считаю, что если лидер не готов, если лидер не созрел расти, я его не трогаю. Да, то есть у меня достаточно огромная структура, где есть активные лидеры, с которыми мне очень приятно общаться и которые прям семимильными шагами растут. Да? То есть наша с вами задача всех – это не расстраиваться из-за неактивных, а наоборот, как можно больше регистрировать людей, ни на кого не ставить акцент, всех одинаково обучать, и кто с вами вместе пойдет, вот тот и умничка, и с ним и идите рука об руку. Цените, самое главное, активных. Обращайте внимание больше всего на активных. Вот. А остальные захотят, придут и станут активными. Не захотят, как бы, я считаю, что это их проблемы. Да? То есть вот. Человека не заставишь быть успешным. Это правда. Да? Смотрите, что получается, когда вы пришли, да, под вас через сутки после регистрации наставник пытается провести человека, новичка. Если регистрация не про, то есть если регистрация проходит, значит вы сделали, оплатили заказ минимальный, да, в срок. Если не сделали, то все, да, то есть уже после этого будете расти самостоятельно, потому что лидеру ждать не хочется. Поэтому у нас сейчас с вами есть такое правило, мы говорим о заказе до регистрации, да. Вот, далее, а теперь при рекрутинге мы говорим о заказе до регистрации, и это очень важно понимать, что даже рекрутинговый клип создан специально для того, чтобы вы могли именно преподносить информацию уже в этом ролике, даже если вы сами что-то не умеете говорить. И сейчас я вам вышлю обязательно шаблоны сообщений. Это мои личные шаблоны сообщений. У каждого директора свои шаблоны сообщений. И посоветую вам их попытаться скачать, выложить на канал YouTube, поставить под видео свою ссылочку на регистрацию, чтобы именно самое главное переименовать ролики, иначе ваш YouTube-чик заблокирует за то, что вы чужими роликами пользуетесь. Очень важно переименовать ролик, чтобы ваш YouTube долго жил. И создать примерно такой же шаблон, но только для себя и своих новичков, для себя и своей команды. Я думаю, вам понравится быть организатором этого всего дела, да, как вы видите, в этом шаблоне обновляется всегда все. И я думаю, это будет просто здорово и великолепно. Вот. Далее, последний это у нас с вами слайд, да, то есть по полчаса мы с вами будем. Клип классный, очень удобно с ним работать. Да, Надюша, согласна, клип классный, работать удобно. Низкий поклон старшему директору Елене Потаниной из Кыргызстана. Не перестану ее хвалить, потому что благодаря ей у нас с вами на самом деле рекрутинг качеством повысился, новичкам стало легче рекрутировать, да. Причем Леночка все сделала безвозмездно. Да, то есть кто-то, вот я вам создам клип, если вы под меня человека будете регистрировать, еще что-то, нет. Леночка у нас умница и красавица, и она все сделала прямо на высшем уровне безвозмездно. Это для меня это очень ценно. Вот, далее, значит, обязательно своим новичкам, которые к вам приходят, объясняйте, что когда они положили
денежки на свой регистрационный номер, они еще должны зайти и нажать кнопочку «Оплатить заказ». Не нажали, заказ не оплачен. Поэтому, прежде чем отодвинуть человека в бок, а я только что выслала клипы все, Юлечка, давай, я еще раз вышлю. Как только вы захотели новичка отодвинуть в бок, наберите его, или пусть его наберет ваш наставник, пусть он поговорит с ним, да, то есть объяснит. Может быть, лидер скажет: «Боже мой, я сейчас сделаю, оплачу, и за час активируется». Час вы можете подождать, два часа вы можете подождать, но, конечно, не неделю. У вас не должна стоять ветка, да, у вас не должна стоять ветка. Будет запись, будет запись. Так, значит, седьмое, Фаберлик без вашего ведома не берет ваши деньги никогда, да, то есть это уже менеджер агентского пункта. Если ваш заказ пришел, может нажать кнопку «Оплатить заказ», да, но более, не более, да. И, конечно же, когда проплата не проходит срок, далее вы или ваши новички растут самостоятельно, но вас обучение не обрезано, да, то есть вы так же, как и росли, так же, как и так же и растете, то есть просто у вас нет совместной веточки с наставником. В природе существует, да, вот это правда, отдавать надо много, чтобы и к вам возвращалось много. Конечно, возвращается меньше, но смотря какому количеству человек вы отдаете. Вот, знаете, я очень часто замечаю про то, что есть лидеры, которые сидят в сторонке, что-то там для своих делают, боятся, что кто-то другой узнает, и они как сидели на одном звании, так и сидят. А есть лидеры, которые на весь интернет выкладывают свое обучение и растут просто семимильными шагами. Это на самом деле правда. Данные, Мариночка, не надо менять. Надо поменять, надо скачать эти ролики, переименовать, выложить на свой канал YouTube и пользоваться ими. Все видео без данных Лены. Просто и сейчас ролики вы видите на Ленином канале YouTube, потому что это Лена создавала эти ролики. Выходит ошибка. Не может быть. Не может быть, что ошибка выходит. Вот, значит, далее смотрим. Восьмой пункт. Когда проплата не проходит срок, вы растете самостоятельно. То есть, смотрите, когда вы приходите на проект, да, давайте с вами немножко порисуем. Да, вот вы пришли на проект. У вас есть, над вами есть наставник. Да, наставник идет по одной регистрации в день. То есть он идет, идет и идет. И ему надо куда-то регистрировать людей, которые ждут. Вот пришел лидер, да, и у него еще вот на следующий день будет кандидат, на следующий, да, и он, конечно же, под этого лидера ведет людей. Так ведь? И когда человеку... А ссылку, да, не полностью, все открывается нормально, да. И когда вот этот человек не активировал свой номер минимальным балловым заказом, по правилам компании мы не можем зарегистрировать под него человека. Просто регистрация не проходит. Только после... Это правило компании, да, мы сейчас с вами под них подстраиваемся, да. Я думаю, все это знают. Кто не знает, я объясню подробнее. Вот. И по этим правилам компании, пока лидер не оплатил минимальный заказ, допустим, по России он 800 рублей, да, вот, то... Вот этот лидер под этого не может никого зарегистрировать. И вот этот лидер сам под себя тоже не может зарегистрировать, да? Вот. Что получается? Получается, что если этот лидер не активировался, то лидер-то все равно регистрирует, да? То есть лидер сначала пытается зарегистрировать под верхнего, вот под этого, да? Вот под этого человека. Но если он не проплатил, он уже регистрирует снова, да, под себя, к примеру, и уже ведет веточку. То есть вот, то есть у него есть веточка, а эта веточка, как бы, она отходит в бок, да? Поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли понятно?
Ну вот этот вот, смотрите, лидер, который, мало ли, да, вот не успел активироваться, он также может получить и свой рекрутинговый сайт после того, как сделает лично 50 баллов. Он также входит на все вебинары, на все обучалки, ему доступна вся видеотека, ему доступны вебинары по активному росту, да, если он нашел 5 регистраций плюс 25 баллов, личный заказ минимальный делает. Ему все это доступно. Полностью полноценное обучение. Тут все в порядке. Ну что ж, дорогие коллеги, немножко с вами пересидели. В среду мы с вами продолжим. У нас будет часть вторая. Мы специально решили делать через день по полчаса, чтобы информация у вас легко воспринималась. Да? Скажите, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы, очень хочу ваших вопросов. Усваивалась, да. А я что-то не то сказала, да? Я могу. Во вкладке «Вопросы». Анечка, добрый вечер. Мне бы с тобой лично пообщаться. Это, в принципе, недолго. Если сегодня некогда, то можно завтра. Пожалуйста, это очень важно. Хорошо, Ириш, позвоню. Так, все, всем все понятно, да? Тогда я отключаю запись.